Так, Виталий сам тоже делает видео, фото для себя, видимо. Ну, так думаю, что все-таки не для себя, не для перепродажи. Итак, вот все три наши КамАЗа здесь, которые по наличию. Итак, 2 миллиона, 2 100, 2 200. Подобное видео уже я делал, но так уж так получилось, сделаем еще, да, только уже с клиентами. Итак, вот он поездил на этом, на этом. На этом пока еще не ездил. Ну, скорее всего, из того, что ему все-таки нужна именно ZF9, не 154-я. Здесь 154-я. Там и там ZF9. Тут 300 лошадей, тут 280. Тут можно 320 сделать, 360, по-разному можно сделать. Вот они тоже на бэхе. Команда бэх, так сказать.